Начинаем смотреть робота-пирата. Давай. Ты включил быструю нагрузку, да, ведь? Она тут включена уже давно. Тут человек стоит, он уже с момента этой загрузки вроде бы. Так, ну, это что вообще такое? Ну, это робот, логично. Это, не, ну это, какой? Мне, короче, Шахтрон из Gravity Falls. Я вчера рассказывала. Ну, на стриме, да. Да, вот, вот так вот. Ну, сейчас он загрузится. Это можно нормально. Так, все, мы начинаем тогда, да? Да, вот. Так, ну это какой-то дом этот такой. Ну, да. Из запчастей разных. Ну, тут крокодил откуда-то есть. Это машина, да. Грузовик, еще один домик. Какое-то чудище. Монстр. Ну, монстр. Ну, чудище, монстр. Вот, смотри, и дом. Заходим. Вот я жду конфету, чтобы нормально подняться по лестнице. Тут все рассчитано. Вот, вот я нормально поднимаюсь по этой лестнице. Всё. Нет, не нормально. А нет, нормально. Все, вроде бы залез. Так, смотри, вот тут принцип тренировки. А. Видишь, нас снаружи почти не видно. Посмотри снаружи, типа, желтое стекло. Вот нас... X-ray. А мы тут всё идём. Так. Это запасной выход через монстрика. Ну, можно вот, в монстрика там залезть отсюда. Сейчас. Да. Как тут? Ешь конфету, прыгучести и там... А я уже смог без конфеты съесть. Я оказываюсь у этого монстра во рту. И можно забежать в рот. Он там захлопывался еще вроде. Еще есть, смотри, в общем, радио. Где? Сейчас послушай минуту. Иди сюда на вот, где я. А где ты? Включи звук на максимум в Роблоксе, не переживай, она не громкая музыка. Я на чердаке. Ну вот тут. В каком смысле? Включай. Что, типа радио? Угу. Ты музыку, наверное, не узнаешь, но... Не, я вообще такой дом не знаю. Какой-то мультик. Радио на улице. А куда ты нажал это? А оно бесконечного цикла. Оно не кончится? Нет, она... Кончится сейчас. Вон, сейчас. Все, конец. В общем, давай сейчас. На кнопку, пожалуйста, не кликай, а то тут бах, тысяч. Не понял, что? Ну ладно. Так, вот, ой. Смотри. Что он умеет? Там что-то отваливает. Нет, я смотри, живой. Посмотри, вот снаружи, видишь? Птичка наклоняется. Да, наклоняется. Ну ты говорил, типа, это пушка, да? Да, смотри. Огонь. Ну это ты рассказывал. Еще он может крутиться на месте. Да, он сейчас выстрелил. В чем плюс, он стреляет, ну, быстро достаточно. И перезарядка быстрая. А потом что? Он еще может крутиться на месте? Да, он может крутиться на месте. Ой, у него нога, короче, это сломалась. Ну вот, он умеет ходить. Типа ходит, ходит. Ну, недоработано. Типа, у него коленки сгибаются, и почему-то он странно работает. Он до этого ходил очень хорошо даже. А еще что-нибудь? А этот может делать? Ой. Ой, ну, нога, говорю, инвалидом остался. Не, с ногами что-то не вот так тебе точно. Тебе смешно, Лук, а вот он инвалидом остался. Мне не смешно, но ты смеялся, не я. Вот, есть рука, есть еще одна рука. Они есть могут двигаться. Запасной, короче, запасной. Ты лучше сядь куда-нибудь, сядь сюда хотя бы. Куда? А, куда? Ну, куда хочешь сесть, сейчас, потому что капец будет. Давай. Ты сел? Да. Это запасное, короче. Стульчик. Запасное кресло. Оно работает в случае поломки основного кресла или поломки конечностей. Ну, как сейчас. Ну, можешь летать. Тяжелый. Можешь это вернуться на базу уже. Сейчас тогда, наверное, я попробую на нем покататься. Ты, главное, это не разбейся, он там неуправляемый. Так, тут есть две кнопки. Я вот думаю, на какую можно нажимать, на какую нельзя. На рычаг это идет музычка, это радио. А на кнопку это... Идет выстрел, но подожди. Нажал на кнопочку. Он может стрелять. Ну, против самолетов. Так, я могу крутиться на месте? Это QE, да, крутиться на месте. Ага. И вперед-назад нажимаю VS, это чтобы идти вперед. FR это, получается, левая рука. Только у меня ходить немножко. Рука. Нажми на F. Ой, летающий дом. Ну, можешь на Shift нажать это ускорение. Но ты это уже видел. Но может ходить ногами, но только это немножко не очень работает. Я ему ногу отрублю, чтобы это нормально работало. Нет. Давай, пойдем. Он может еще этот, что делать? Ну, вот так. Ну, там... руками двигать. Да, руками двигать. Еще есть... Это...
пушка. Стой, нажми на X и потом на кнопку. Тогда будет идеально работать. Можешь крутиться в этот момент. Так, ну куда же мне стрелять? Ну вон тот огромный город. А допустим, если ты долго не стреляешь, то оно сразу залпом стреляет. Ну, а, я понял. Типа оно стреляет по одному снаряду и потом... Ну так, чтобы быстро перезарядка. Ну, оно накапливается, да, типа, если ты долго... Да, на таймерах, я понял. Ага, на таймерах. Можешь так ползти, ну, потому что одна нога. Да. Можешь за аварийное кресло пересесть, так легче перемещаться. Ну, типа, вот. Ну, всем пока, это был робот для конкурса роботов.